Уважаемые дамы, как вам отдых в пансионате у Жаркова? Как вам отдыхается? У Рахима. Как вам шашлык сегодняшний? Шампанское, баранина, креветки, шампиньоны. Что у нас там еще было? Как вам все понравилось? Ну, судя по тому, что вы отсюда не отходите, видимо, меню было очень вкусно. Но надо думать, сегодня у нас был повар, у которого 5 звезд Мишлен. Угу. И там вот дальше продолжается следующая порция готовки. Баранины, да. Здравствуйте, шеф-повар. Специально выписанный из мирового сушества, даже не могу выговорить, как круто это звучит. Молодое поколение, а вы как будете голосовать за Конституцию? Вы за баранину или за говядину? Конечно же, за баранину. Кто же скажет против нее? Да, конечно. Влажные салфетки, пожалуйста. Масяня Ивановна, скажите, пожалуйста, ваше слово. Как вам было вкусно? Ну, я вижу по вашим добрым глазам, вам было очень вкусно. Вы не можете врать просто, вы не созданы для этого. В общем, мы ждем следующую порцию.